венгерская монархия, Антанта отдала Буковину Румынии. Упала на Буковину черная румынская ночь. Село и город поработил румынский жандарм. За свадьбу и похороны хабар стопалок без суда разговаривать только по-румынски. Украинские крестьяне в Буковине так обеднели, что перестали покупать даже керосин, даже спички были далеко не в каждой хате. Как в глубокой древности люди переносили горящие угли от жилища к жилищу. «Преисподняя Европы» назвал Румынию Анри Барбюс в своей гневной книге «Палачи». Черновица – главный город края. На 125 тысяч жителей здесь было 10 тысяч безработных, десятки предприятий закрыто, ни одной украинской школы. Зато было 4 тысячи магазинов, 20 тысяч торговцев. Лицо города узнается по лучшим зданиям. Вот резиденция буковинского митрополита. Синагога. На постройку синагоги фирмы не пожалели затрат. От австрийского императора румынам досталось красивое здание городского театра. Какое оно внутри, никто не помнит. В черновицах трупы не было. Единственной формой культурного обслуживания масс была карусель. Даже не одна, а целых три. Стояли они в центре города на большой площади. Под шарманку здесь закручивали головы обывателям, парубкам и девушкам, приходившим сюда из окрестных сел на базар. Таке воно румынское счастье трясся его матери. 3000 проституток и 100 домов терпимости только в Черновицах. Невероятно, но факт.